Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в Сочи, собрал более 25 тысяч участников из самых разных уголков нашей планеты. Как многие думают, участие в нем принять могли лишь редкие счастливчики из мегаполисов, однако это не так. С гордостью можно отметить, что и наш небольшой муниципалитет был представлен на этом событии, значимость которого подтверждается тем, какие высокие политические, научные и культурные деятели его посетили. Мы пригласили в нашу студию Анну Ковалеву, чтобы узнать из первых рук, что же происходило на фестивале. И, конечно же, о том, как ей удалось на него попасть. Это не первое событие, в котором я участвовала. Ездила и на форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» 2 года подряд. Но поэтому, когда увидела в интернете объявление о том, что будет в ФМС, подумала, почему бы и нет. Отбор происходил несколько этапов. Сначала нужно было заполнить анкету на сайте, и первичный отбор был уже по анкетам. Те люди, которые недостаточно скрупулезно отнеслись к этому, соответственно, уже не попали. Дальше было собеседование в Екатеринбурге. И по итогам собеседования материалы направлялись в Москву, и там уже решали, кто поедет на фестиваль. Мы попросили Анну поделиться своими впечатлениями от организации и масштабов фестиваля, ведь подавляющее большинство россиян могли побывать на нем лишь, так сказать, виртуально. Мы были ошарашены, когда приехали в Сочи. Одно дело видеть все это на картинке, там Олимпийский парк, стадионы, там факел, все остальное. Другое дело, когда ты стоишь еще на пункте приема, когда мы размещались в гостиницах, и эти стадионы, они буквально 500-600 метров от тебя. Оно все рядом. А когда началась, собственно, событийная программа, там вообще уже было некогда думать, потому что там главное было успеть везде все посмотреть. И тебе хочется послушать, спикеры очень интересные были. И культурная программа очень насыщенная, и спортивная, и на коньках покататься, и в Сочи парк сходить. Ну, в общем, хотелось бы, чтобы в сутках было побольше часов. Была очень интересная лекция Ника Вуйчича, на которой были, ну, наверное, 70% людей, которые были на фестивале. Он говорил о мотивации, о взаимодействии с людьми. Очень много было, кстати, иностранных спикеров, которые говорили именно о нетворкинге, то есть взаимодействии между людьми, завязывание каких-то новых контактов, деловых, личностных и прочих. По понятным причинам посетить все площадки ни один участник не мог. Анна особое внимание уделила секции, на которой обсуждалось положение и перспективы современных СМИ. У каждого спикера была своя специализация, и, соответственно, каждый говорил то, о чем очень хорошо знал. Очень интересно, конечно, были лекции, которые были практической направленности, о работе в интернете особенно, о работе в социальных сетях, о работе с сайтами, с мессенджерами. То, что сейчас самое актуальное, и журналистика, которая идет вперед, скажем так, это интернет-журналистика. И было очень интересно, много было достойных людей, которые показывали этот процесс именно изнутри. Конечно же, мы не могли не спросить нашу гостью о том, как молодежь оценивает роль телевидения в концепции современной медиаповестки. Хотя казалось бы, что все переехали в гаджеты, там, смартфоны, айфоны и все остальное, тем не менее телеаудитория, она все еще очень большая. Люди доверяют телевидению, доверяют спикерам, которые выступают, доверяют мнению, которое телевидение транслирует. Соответственно, это налагает очень большие требования на телекомпании, на создателей контента, каких-то развлекательных передач, новостных каналов и так далее. Возвращаясь к теме интернета, мы попросили Анну оценить, насколько активно во всемирной паутине представлен наш муниципалитет и каких форм его продвижения в виртуальном пространстве не хватает. Группы, которые посвящены Артемовскому, там, ну, в лучшем случае 2,5-3 тысячи человек. Лучшие из групп. Остальных, естественно, меньше. Это такие локальные вещи, где люди, которые, я так понимаю, общаются и в реальной жизни, они просто переносят свое общение еще и в интернет. Делают это более, ну, виртуальным, скажем так. Просто увеличивают число своего общения со своими друзьями, знакомыми, коллегами, там, одноклассниками и прочее. Чтобы это было посвящено городу, чтобы это касалось жизни города, освещало какие-то события, я боюсь, что таких нет. С учетом того, что люди все реже пользуются новостными сайтами, предпочитая черпать информацию из соцсетей, мы осведомились у нашей гости, насколько важно создание в них групп, так сказать, для внутреннего пользования. Я считаю, что это важно, потому что мы не всегда знаем о событиях, которые происходят в нашем городе, а если узнаем, то очень поздно. Если это какие-то культурные событийные мероприятия, которые проходят в отдаленных селах, допустим, у большинства людей вообще нет возможности об этом узнать. Все узнают потом постфактум из СМИ, от каких-то своих знакомых, что вот, оказывается, где-то в каком-то селе или деревне, или в поселке произошло что-то, куда, в принципе, люди, возможно, поехали бы.
провели бы там прекрасное время, но вовремя не узнали об этом. Мы также поинтересовались теми инициативами, озвученными на фестивале, которые можно реализовать и в нашем небольшом муниципалитете. Были интересные идеи по развитию общественных молодежных организаций, причем созданных молодежью сверху и донизу. Не так, что это курирует, допустим, администрация какого-то города или организация оформляется людьми старшего возраста, а на более низких позициях привлечена молодежь в качестве волонтеров или сотрудников в штате, а полностью организована молодежью. Они занимаются какими-то важными, полезными для своих небольших городов вещами. Это представляли ребята из Латинской Америки, мне очень понравилось. И они более быстро и доступно передают информацию, поскольку они знают, как писать так, как сообщать ее таким образом, чтобы это было интересно молодым людям. Мы не раз говорили об идее создания муниципальной площадки, на которой молодежь могла бы выносить свои идеи на суд местных экспертов. Поэтому не спросить мнения нашего гостя по этому поводу мы не могли. Такая идея уже была. Все вот эти молодежные парламенты, молодежная дума, там администрации и все остальное, это уже существовало. Но оно не пошло. Потому что либо молодежь еще недопонимает, каким образом работают все механизмы. Потому что очень часто, это уже когда общалась и слышу, что вот, у меня есть прекрасная идея, я с ней приду в администрацию, меня поддержат, мы все сделаем, все будет хорошо и замечательно, прям с куста. Начинаешь спрашивать какие-то конкретные вещи, а где взять деньги, допустим, для финансирования того или иного проекта? А будет ли это интересно на той аудитории не только тебе и твоим друзьям, но и жителям, которые, ну хотя бы 200 человек, которые живут вокруг тебя? Будет ли это полезно? И зачастую у людей нет полного представления картины, а без этого как осуществить хоть какой-то проект. Чем же отличилась делегация и площадка, на которой был представлен наш регион? Ведь фестиваль – это не только работа, но и отдых, который позволяет вновь продуктивно трудиться. На стенде Свердловской области было так называемое иностранное караоке, в котором с каждым днем участвовало все больше народу. Ну, то есть люди взяли известные всем российские песни, там «Зеленоглазое такси», «Подмосковные вечера», ну такие вот прочие, написали их латиницей и устроили для иностранцев караоке. Они пытались все это спеть. Было очень забавно. Рождались на фестивале и специфические шутки, без которых молодежь представить очень трудно. В первые два дня, когда еще не очень все понимали, куда нужно идти, в какие двери и в какое время, чтобы не создавать пробок при прохождении КПП, потому что была очень серьезная охрана на фестивале. И порой собирались очереди на входе в Олимпийский парк, там какие-то объекты вроде столовой. И в соцсетях появился хэштег «Постоим». В ходе нашей встречи мы задали вопрос, который волнует многих россиян. Те средства, которые были потрачены на превращение Сочи в спортивную столицу нашей страны, стоили ли они результата? А оно того стоило. Вот пока ты смотришь на картинки, на фотографиях, на видео, оно кажется маленьким, незначительным, и думаешь, о боже, куда это и на что. А оно того стоило. Ты приходишь туда, и ты понимаешь, за что все заплатили. Уж если Сочи называют спортивной столицей нашей страны, то название какой столицы может претендовать Екатеринбург? Екатеринбург. Ну, интересный вопрос. Екатеринбург – это особенная архитектура. Уральский конструктивизм, Свердловский конструктивизм – это настоящий бренд. Его, кстати, тоже привезли на стенде региона, где были размещены фотографии. Этому был посвящен целый блок. Все наши здания, которых в таком количестве и таких хорошо сохранившихся, их больше нигде нет. Это единственный город в России, наверное, в мире, где столько реализованных проектов именно той эпохи. А это эпоха Малевича, это начало 20 века. В принципе, огромный пласт культуры, и Екатеринбург является его таким сосредоточием сейчас. А что же нужно нашему родному муниципалитету, чтобы о нем узнали? Он получил возможность развиваться и заявить о себе как о территории, которая имеет огромный потенциал. Нужен событийный туризм в больших количествах. У нас нет особенно каких-то архитектурных фишек, скажем так, за которые можно зацепиться. У нас не так много суперсобытий в истории, за которые тоже можно цепляться. Значит, нужно придумывать что-то, чего еще не было. Я считаю, что это событие. Мало того, что это привлекает деньги, необходимый бюджет у любого города, Артемовскому в том числе, это говорит о городе как о современном, живущем, городе, способном развиваться. В завершение отметим, что продолжим приглашать в нашу студию и встречаться с интересными, активными артемовцами, которые на своем примере доказывают, что в нашем небольшом муниципалитете живут талантливые люди с активной жизненной позицией.